В Днепропетровской области проходит модернизация библиотек. Связано это с тем, что после появления массового подключения к сети интернет про это учреждение начинают забывать. В результате библиотеки области медленно приходят в упадок, поскольку пользуются ими в основном только студенты и школьники, которым необходимы редкие учебники. По мнению властей Днепропетровской области, такая ситуация является в корне неверной, ведь библиотека может пойти по пути модернизации, что сделает ее не доживающим свой век учреждением, а современным источником для получения новейших знаний. Так, в Днепропетровской области специалисты Тамаковской центральной библиотеки создали рабочую группу, которая занялась реализацией проекта «Электронный каталог». Теперь для книг будет создан новейший электронный каталог статей и периодических изданий. Кроме того, в библиотеке планируется настройка PNV-подключения и системы корпоративной каталогизации.